Житие святаго отца нашего Тарасия, архиепископа Константинопольского. Память 25 февраля по старому стилю. Святой Тарасий родился в Константинополе. Отец его Георгий и мать Евкратия были люди благородные и принадлежали к сословию патрициев. Достигнув совершеннолетнего возраста и получив хорошее образование, Тарасий исполнял различные должности при царском дворце. За его благоразумие и добрый нрав здесь все любили и уважали его, и он был сделан одним из царских советников. А на царском престоле восседал тогда Константин Порфирородный, сын Льва Хазара, внук Капронима. Он царствовал не один, но вместе с матерью своей Ириной, так как ему ко времени воцарения было всего 10 лет. Патриархом же был тогда Павел Киприанин, муж добродетельный и благочестивый, но слишком слабовольный и боязливый. Он возведен был на патриаршество в царствование упомянутого Льва Хазара, сына Капронимова, при котором ересь иконоборцев, получившая начало от Льва и Саврянина, все более и более усиливалась, видя, что многие претерпевают от злочестивого царя великие муки за поклонение святым иконам. Патриарх убоялся и стал скрывать свое благочестие и даже имел общение с еретиками. По смерти Льва Хазара патриарх и хотел восстановить благочестивые обычаи поклоняться святым иконам, но не мог, потому что не было у него помощника, между тем, как ересь иконоборцев все усиливалось как в самой столице, так и в других областях государства. Это сильно опечалило патриарха. Видя, что он ничего не может сделать для торжества православия, Павел задумал оставить патриарший престол, который занимал не более 4 лет. Заболев, он тайно оставил патриаршие палаты и прибыл в монастырь святого Флора, где и восприял святую схиму. Слух о пострижении патриарха скоро распространился повсюду. Все были сильно удивлены этим обстоятельством. А царица Ирина сильно опечалилась, так как патриарх оставил престол, не известив заранее о своем намерении. И вот она отправилась к нему с сыном своим, царем Константином, и спросила его: «Что это ты, отче, сделал с нами? Почему так неожиданно оставил престол святительский?» Павел ответствовал: «Моя болезнь и ожидание скорой смерти, а в особенности настроение в церкви нашей, побудили меня оставить патриарший престол и восприять святую схиму. Церковь много терпит от иконоборцев, и вследствие продолжительного торжества иконоборческой ереси она получила неисцельную язву. Подобно многим другим, я, окаянный, не мог избежать сетей зловерных и погряз в них, в чем ныне горько каюсь. Ибо 3 раза я собственноручно подписывал еретические постановления. Но вот что особенно печалит и удручает меня: я вижу, что все области, подвластные вам, соблюдая ненарушимо правила веры и следуя православному учению, чуждаются нашей церкви, и, считая себя стадом Христовым, отгоняют нас от себя, как будто мы овцы ни одного стада. Посему я отказываюсь быть пастырем в еретическом сонме, предпочитая лучше умереть, чем подвергнуться анафеме от первосвятителей 4 апостольских престолов. Вам Бог даровал в руки власть царскую, чтобы вы заботились о христианском стаде, живущем на земле. Итак, воззрите на скорбь матери нашей церкви. Не допустите, чтобы она пребывала в неутешимой печали, но породейте, чтобы она могла восприять прежнее свое благолепие. Не попустите, чтобы богомерзкая ересь, подобно вышедшей на луга свинье, опустошала и губила вертоград Христов во время вашего царствования и оскверняла бы его злочестивым мудрованием. У вас есть искусный делатель, который поможет вам в ваших благих начинаниях. Он может возделать грозд истинного исповедания и, вложив его в точило Божьей Церкви, наполнить им чашу премудрости и приготовить для верующих питье истинной православной веры». После этих слов патриарха царица Ирина спросила его: «О ком ты говоришь, отче?» «Я подразумеваю здесь Тарасия, который занимает 1-е место в вашем царском совете», — отвечал патриарх. «Я знаю, что он вполне достоин управлять церковью, так как он может жезлом своего разума отразить лживое учение еретиков, быть добрым пастырем словесного стада Христова и собрать его воедино.
Услышав это от патриарха Павла, благочестивая царица Ирина и ее сын царь Константин со скорбью оставили Павла. Он же сказал некоторым сенаторам, оставшимся у него: «О, если бы мне не занимать патриарший престол в то время, когда наша Константинопольская церковь была в смятении от притеснителей и навлекала на себя проклятие четырех вселенских патриархов – Римского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Если не будет собран Седьмой Вселенский Собор и не будет осуждена ересь иконоборцев, невозможно нам спастись». Тогда сенаторы спросили его: «Зачем ты при посвящении твоем в патриархи подписался под грамоты иконоборцев?» Павел отвечал: «Потому-то ныне я и раскаиваюсь, что подписался тогда, и боюсь, как бы Господь не наказал меня, так как я из страха молчал и не противодействовал ереси. Ныне же я раскаиваюсь и утверждаю, что невозможно вам спастись, если прибудете в ереси». Вскоре после этого патриарх Павел отошел с миром к Господу. В то время жители Царьграда без всякого страха и опасения стали беседовать и препираться с еретиками о святых иконах, между тем, как до сих пор со времени Льва и Саврянина никто не осмеливался заговорить в защиту святых икон. Благочестивая же царица Ирина со всем царским советом стала отыскивать на место Павла человека вполне достойного и мудрого, который бы мог прекратить церковное смятение. Но никого другого, кроме Тарасия, они не находили. Тарасий был тогда мирянином, но так как вспомнили, что и Павел советовал избрать его, то выбор всех остановился на нем. Но Тарасий сильно отказывался. Тогда царица Ирина собрала людей всякого чина и светских, и духовных, и весь народ во дворец, называемый Магнаврой. Он находился в предградии на Едомском месте. И пред всем освященным собором сказал: «Вам известно, что патриарх Павел оставил нас. Ныне мы должны избрать себе на его место другого доброго пастыря и учителя церкви». На это все громко закричали: «Таковым никто другой, кроме Тарасия, быть не может». Блаженный же Тарасий, став посредине, сказал: «Я вижу, что Церковь Божия разделена и разъединена. Как восточные, так и западные христиане проклинают нас. Тяжело сие разъединение и страшно отлучение от Царствия Божия. Пусть будет собран Вселенский Собор, где мы должны объединиться в вере. Пусть будет вера наша едина, подобно тому, как мы просвещены единым крещением. Ведь ничто так не угодно в очах Божиих, как пребывание всех в единстве веры и любви. Вот этого я, недостойный и малоопытный, требую, принимая на себя управление церковью. Если не будет созван Вселенский Собор, если иконоборческая ересь не подвергнется достойному осуждению и не будет единения в вере между православными восточными и западными церквами, то я не соглашусь принять патриаршество, чтобы не навлечь на себя проклятие и осуждение. Ибо тогда никто из земных царей не может избавить меня от Божия суда и вечной казни». Услышав это, все постановили собрать Седьмой Вселенский Собор и просили святого Тарасия, чтобы он не отказывался быть пастырем над ними. Они обещали ему во всем послушание, подобно тому, как овцы внимают гласу своего пастыря, ибо они были твердо уверены, что святой Тарасий может наставить на истинный путь словесное стадо. Таким образом, они склонили Тарасия восприять первосвятительский сан и управление церковью Константинопольской. Посвященный последовательно во все иерархические степени, святой был возведен на патриаршество, имея крепкое упование, что Господь поможет ему истребить ересь иконоборцев. С переменой положения святой Тарасий переменил и образ жизни. Хотя и прежде, находясь в миру, он по духу был уже иноком. Теперь же, заняв святительский престол, он с еще большей ревностью стал упражняться в духовных подвигах и сделался ангелом во плоти, пламенея духом, ревностно работая пред Господом, подчиняя свою плоть духу и умерщвлением ее достигая непорочной чистоты, которой обличены ангелы. Изумительно было его воздержание, велико было его пощение и неустанно бодрость. Немногие часы он уделял на сон, по целым ночам пребывал в молитвах и размышлениях о Боге, не имел мягкого ложа, избегал мягких одеяний.
Никто из прислужников патриарха не видел, чтобы Тарасий снимал с себя пояс и одежды, когда хотел на немногое время подкрепить сном свои силы. Никогда святой муж не заставлял кого-либо другого снимать обувь с его ног, памятуя слова Спасителя. Сын человеческий не для того ли пришел, чтобы ему служили? От Матфея, глава 20, стих 28. И всегда был сам слугою себе, подавая другим пример смирения. К нищим и убогим он был весьма милостив. Питал алчущих, одевал нищих, устраивал больницы. И каждый день отпускал пищу со своего патриаршего двора, а в день воскресения Христова и в другие праздничные дни устраивал для неимущих трапезу, во время которой сам прислуживал убогим. Кроме того, святой Тарасий устраивал странноприимницы и на средства, оставшиеся ему после родителей, устроил монастырь на Босфоре Фракийском, которым собрал лик добродетельных иноков. Из них многие достигли такого совершенства, что были призываемы на архиерейские престолы и являлись непоколебимыми столпами кафолической веры. Особенно же старался святой Тарасий о том, чтобы восстановить почитание святых икон и не спровергнуть богохульную иконоборческую ересь. Посему он всегда напоминал царям, чтобы они созвали Вселенский собор. И вот царь Константин и царица Ирина, мать его, которая вследствие малолетнего возраста сына своего управляла тогда всем царством, вместе со святейшим Тарасием написали послание ко всем патриархам и епископам, призывая их на собор. Епископы из разных мест собрались в Царьград. Патриархи же прислали своих наместников. Римский папа Адриан, вследствие затруднительности далекого путешествия, сам не прибыл на собор. А Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи в то время уже находились под игом Агарян, так что не имели возможности лично присутствовать на соборе. Потому в качестве своих заместителей они прислали духовных лиц, отличавшихся своим благочестием и премудростью. Местом для соборных совещаний была избрана Великая Церковь, воздвигнутая Константином Великим и великолепно отделанная императором Юстинианом. Всей церкви собрались со святейшим Тарасием епископы и наместники прочих патриархов. Здесь же присутствовал и юный царь Константин с матерью Ириной. Вдруг в храм ворвался многочисленный полк вооруженных воинов, последователей ереси иконоборческой, в которую они были вовлечены дедом царским Константином Капронимом и в которой пребывали до сего дня. Побуждаемый тайно некоторыми епископами и вельможами, зараженными той же ересью, эти закоренелые в иконоборческих заблуждениях воины, вооружившись, пришли к церкви и устремились внутрь ее с великим воплем. «Не допустим, — кричали они, — чтобы вы отвергли догматы царя Константина. Пусть будет твердым и непоколебимым то, что на своем соборе он утвердил и законоположил. Мы не допустим, чтобы в храм Божий вносили идолов». Так они называли святые иконы. «Если же кто осмелится не повиноваться определениям собора Константина Капронима и, отвергая его постановление, станет вносить идолов, то сия земля обогрится кровью епископов». Видя такое волнение и возмущение, царица с царем подали знак епископам, чтобы те поднялись со своих мест. И тогда все бывшие на соборе разошлись. Но по прошествии нескольких дней воины и их предводители были как следует наказаны благочестивой царицей Ириной, лишены воинского чина и разосланы по селам для обрабатывания земли. После этого место для заседания собора было приготовлено в Вифинском городе Никее. Здесь уже происходил первый Вселенский собор, созванный для осуждения ереси злочестивого Ария. Здесь же решено было собраться и теперь. И вот сюда прибыли святейший Тарасий, патриарх Константинопольский, и вместе с ним наместники патриаршии, коими были от Адрианы, папы Римского, главный пресвитер Римский Петр и другой Петр Инок, от Полициана, патриарха Александрийского, священный Инок Фома, от Феодорита Антиохийского и Илии Иерусалимского, священный Инок Иоанн. Кроме этого, святой Тарасий взял с собой также некого мужа из царских советников Никифора, который по смерти святого Тарасия был возведен на патриарший престол за свою добродетельную жизнь. Всего же явилось на сей собор 367 святых отцов.
Собравшись с ними в Никее, святейший патриарх Тарасий открыл заседание собора в самой большой церкви всего города. Первое заседание 7-го Вселенского собора происходило 24 сентября, в день памяти святой первомученицы Феклы. Заседание открылось вступительной речью святого Тарасия, в которой он, изложив причины созвания собора, обратился к епископам с увещанием, чтобы они рассуждали справедливо и искоренили бы неправославные учения, недавно внесенные в церковь. Прочтено также было и царское послание к собору, в котором упоминалось о том, как патриарх Павел, умирая, советовал созвать собор для искоренения ереси иконоборцев. Святые отцы благословили царя и его мать за их великое попечение о православной вере. После этого приступили к слушанию выражений раскаяния со стороны епископов, впавших в ересь, которые анафематствовали свои прежние заблуждения и высказали православное исповедание веры. Один из них, Василий Анкерский, держа в руках этот свиток, читал: «Не почитающим святые иконы – анафема, именующим святые иконы идолами – анафема, приводящим изречение Священного Писания против поклонения святым иконам – анафема, отвергающим предание святых отцов, как отвергали их Арий, Несторий, Евтихий, Диоскор – анафема, утверждающим, что не от святых отцов исходит почитание икон – анафема, утверждающим, что кафолическая церковь приемлет идолов – анафема». Также поступили и многие другие епископы, и всем покаявшимся епископам дано было место на соборе среди прочих епископов православных. Суд же над теми, которые колебались, был отложен на некоторое время. При этом святой Тарасий сказал: «Трудно поддаются излечению застарелые болезни, и трудно искореняются злые нравы. Но если люди, недугающие духовно, истинно каются, то Святой Собор принимает их и не лишает их сана». Святой Собор продолжался 30 дней. В это время участники собора, сходясь, рассматривали в Божественном Писании и в учении святых отцов и учителей Церкви те места, которые имели отношение к догмату о почитании святых икон, и на основании Священного Писания и церковного предания поражали зловерное мудрование еретиков. При этом они приводили достоверную историю о святом Убрусе, на коем Христос Господь изобразил святой лик свой и послал его Авгарию Эдесскому, который лишь только поклонился пред изображением, тотчас получил исцеление от болезни. Приводили на память также и предание об иконе святых апостолов Петра и Павла, которую святой Сильвестр, папа римский, показал царю Константину. Говорили и об иконе Христовой, над коей надругались в Берите иудеи, за что и были наказаны. Воспоминали, как об этом свидетельствует святой Афанасий. Когда читали повесть об этой иконе, все святые отцы плакали. Наконец, они прокляли ересь иконоборцев и утвердили почитание святых икон. Великая радость была по сему случаю во святых церквах, которые принимали с сердечным ликованием утверждение иконопочитания. И весь народ торжествовал, провозглашая благие пожелания царям и пастырям. Так, великим попечением святейшего патриарха Тарасия и тщанием благочестивой царицы Ирины, ересь иконоборцев была отвержена и попрана, и Церкви Христовой был дарован мир. Святой Тарасий мудро правил Церковью Божией, был заступником обиженных, помощником, находившимся в бедах. Так, царский протоспофарий Иоанн подвергся за некую вину заключению и жесточайшим пыткам. Избавившись ночью от оков, он прибежал к храму и укрылся в трапезе церковной, умоляя о милости и об избавлении от смерти. Тогда святитель Божий Тарасий защитил его и не выдал пришедшим за ним воинам от царицы Ирины. Они стали стеречь его при дверях того храма днем и ночью, дожидаясь того времени, когда он выйдет. Ибо они думали, что он все-таки в конце концов принужден будет выйти из церкви. Но святитель Божий, посылая ему пищу от своей трапезы, дал ему возможность не выходить из алтаря церковного. Когда же ему необходимо было выходить из храма, он сам провожал его, скрывая его под своей мантией, и потом снова возвращал его с такими же предосторожностями в церковь. Так действовал он долгое время и служил человеку тому, как раб, не гнушаясь такого дела. И пас добрый пастырь свою овцу, защищая ее от смерти.
Наконец, своей архиерейской властью смело святой Тарасий положил предел искательству тех лиц, которые хотели умертвить находящегося под его покровительством человека. Он заявил им, что наложит на них отлучение от церкви, если они будут продолжать преследовать заключенного. Так Протаспофарий освободился от суда и избежал казни, благодаря заступничеству своего доброго пастыря святого Тарасия. Между тем царь Константин, достигнув 20-летнего возраста, по навету злых своих советников устранил от власти мать свою, благочестивую царицу Ирину, которая мудро правила всем государством и стал править единолично. При этом, освободившись от опеки матери, он предался излишествам и стал вести неблагопристойную жизнь. Он, без всякого повода, возненавидел законную супругу свою царицу Марию и распалился преступной любовью к другой по имени Феодотия. С нею он стал тайно жить и задумал сделать ее своей супругой и царицей, а законную свою супругу заточить. Стараясь обвинить Марию, он возвел на нее ложную клевету, будто она хотела погубить его посредством отравы. Эту ложь царь всем выдавал за истину и всем рассказывал об этом. Царю поверили, и слух о намерении царицы отравить его распространился в народе. Весть об этом дошла и до святейшего патриарха Тарасия. Патриарх опечалился, уразумев коварство царя, ибо он твердо был уверен в невиновности царицы Марии. Потому он стал помышлять, как бы вразумить Константина и раскрыть ему его греховность и неправду. В это время к святейшему патриарху пришел один из любимых царских вельмож и стал ему передавать известие о том, как царица приготовила яд для царя, выдавая ложь за истину. В конце рассказа он прибавил: «Теперь тебе, святейший отец, надлежит благословить царя на новый брак с вернейшей супругой». Эти слова сильно опечалили святого Тарасия. Он даже прослезился и начал говорить так: «Если царь действительно замыслил то, что ты говоришь, если он на самом деле желает отлучить от себя Марию, которая сопряжена с ним по закону Божию и образует с ним одну плоть, то я не знаю, как перенесет он стыд и поношение от лица всех людей. Приводит меня в недоумение и то, как может он после того быть примером целомудрия для своих подданных, как может он возбуждать всех к воздержанию. Неужели он будет в состоянии судить и казнить за грехи прелюбодеяния, сам будучи омрачен таким беззаконным вожделением? Допустим, что все сказанное тобою истина, но ведь следует же внимать глазу Господню. Кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подаст ей повод прелюбодействовать». От Матфея, глава 5, стих 32. Да и правда ли то, что царица приготовила для царя смертоносный яд? Ведь в таком случае разве мог быть у нее другой муж, более доблестный и красивый, чем наш государь, который отличается своей красотой и цветущей молодостью? Нет, я ясно вижу, что вся эта ложь направлена только на то, чтобы обесчестить честный брак, осквернить нескверное ложе и дать восторжествовать прелюбодеянию. Таков мой совет, и не только мой лично, но и всех подобных мне пастырей и отцов. Возвести тем, кто послал тебя, что мы не верим сказанному тобою. Мы скорее готовы перенести смерть и тяжкие муки, нежели дать благословение на такое беззаконное дело. Пусть царь знает, что нет нашего согласия на его неправедный умысел. Услышав это, вельможа со скорбью оставил патриарха и возвестил царю все, что он слышал от блаженного Тарасия. На царя напало тогда раздумье, и дивился он такой твердости и неустрашимой ревности патриарха. Он даже стал несколько бояться, как бы святой Тарасий не воспрепятствовал ему в достижении его намерения. Поэтому он решил призвать к себе святого мужа и принять его с честью, надеясь своими словами умягчить сердце патриарха и склонить его на свою сторону. Святой патриарх Тарасий пришел к царю вместе с честным старцем Иоанном, который был на 7-м Вселенском соборе наместником от патриархов Антиохийского и Иерусалимского. Когда Константин и пришедшие к нему по обычаю сели, царь обратился к патриарху со следующей речью: «Через посланника я сообщил уже тебе, честнейший отче, о том, что случилось с нами. Я почитаю и уважаю тебя как отца, посему ничего не хочу скрывать от тебя. Но мне кажется необходимым самому лично сообщить тебе о той вражде и о тех кознях, кои мне строит моя супруга. Не от Бога она дана мне,
ибо ей надлежало бы быть моей помощницей, а она оказалась не помощницей мне, а злейшим моим врагом. Самый закон повелевает мне разлучиться с ней, и сему моему намерению никто не может воспрепятствовать. Ведь ее вина, ее злой умысел у всех на глазах. Посему она должна по определению суда или претерпеть смертную казнь, или же быть пострижена в иночество. Желая оказать ей милосердие, я готов ограничиться пострижением ее в монастырь. Пусть она скорбит и раскаивается до самой своей смерти в своем прегрешении. Ведь она захотела умертвить отравой не простого человека, не чужого кого-либо, но своего супруга, царя, грозного для врагов. Если бы удался ее гнусный замысел, то все царство было бы охвачено немалым смятением, и о злодеянии ее пронесся бы слух по всей земле. При последних словах царь дал знак слугам. Они немедленно принесли стеклянный сосуд, где находилась какая-то мутная жидкость. Царь показывал его святейшему патриарху, говоря, что это смертоносный яд, которым царица тайно хотела лишить его жизни. При этом он добавил: «Нужно ли еще доказательство виновности царицы, когда мы имеем в руках это орудие ее злого умысла? Не ясно ли, чего она достойна? К чему же теперь отлагать нам суд над нею? Нет, отче, скорее посоветую ей принять на себя пострижение, если хочешь видеть ее в живых. Я не могу более жить с ней в супружестве. Не могу смотреть на нее, не могу переносить ее, ибо всегда у меня пред глазами сие смертоносное питье, которое она приготовила для меня». Видя, что царь уязвлен нечистую похотью, и понимая, что он несправедливо обвинил неповинную и целомудренную царицу для удовлетворения своего желания, святейший Тарасий, не страшась, сказал ему: «Царь, не воздвигай брани на закон, установленный самим Богом. Не восставай с тайным коварством против истины, прикрываясь лукавым измышлением и приступая и разрушая заповеди Божии. Царю надлежит все делать явно, свободно, с чистой совестью. Ничего не должен он предпринимать тайно и коварно против Бога, даровавшего ему венец царский, приступая божественные повеления. Ясно для всех, что царица совершенно невиновна в том, в чем ее обвиняют, будто она умышляла умертвить царя. Ибо кто может сравниться с тобою по красоте, кого бы она могла полюбить более тебя, чтобы возыметь злую мысль отравить тебя? Кто более тебя обладает властью и пользуется почетом? Кто по своему благородству и по богатству выше тебя, почтенного царственной властью и честью и владеющего большими богатствами? Кого бы царица могла предпочесть? Велика держава твоя, ты превосходишь всех своим благородством, ибо отец твой, дед и прадед занимали царский престол. Ты славишься во всех концах земли, и невозможно пересчитать твоих сокровищ. Кто же может быть лучше тебя для твоей царицы? Нет, царь, не может быть того, что ты говоришь. Это ложь, измышление для подорвания твоей царской державы и на посмеяние народов, чтобы тебе быть притчей во языцах. Мы не дерзаем разрушить ваш законный супружеский союз, так как страшимся суда Божия, и не можем дать веры тем слухам, коими стараются оклеветать царскую супругу. Нет, мы не сделаем этого, хотя бы нам пришлось претерпеть мучения и страдания. Мы знаем, что ты имеешь греховное вожделение к некой женщине и даже хочешь сочетаться с ней беззаконным браком. Как можем мы почтительно относиться к тебе, царь, когда увидим, что ты явно нарушаешь заповеди Божии? Как можешь ты входить в алтарь к Божественному престолу, чтобы вместе с нами причаститься пречистых христовых тайн? Свидетельствуем самим Богом, что мы не можем допустить тебя в алтарь для божественного причащения, хотя ты и царь. Ибо еще древним иереям было сказано: «Не давайте попирать алтаря моего». Сказав это, святейший патриарх смолк. После него много увещевал царя вышеупомянутый старец Иоанн. Но царь не хотел их и слушать, а приходил в большой гнев и ярость. Недовольны были и все окружающие царя сановники и властители. Один из них, патриций по своему происхождению, хвалился даже, что он своими руками всадит меч в чрево старца Иоанна за то, что он говорит противное воле царской. Исполненный гнева, царь приказал их обоих, и святейшего патриарха Тарасия, и честного старца Иоанна, с бесчестием изгнать из царского дворца. И ушли от него эти два мужа, изгнанные правды ради, подражая святому Иоанну Крестителю, который некогда обличил беззаконный брак Ирода. Исходя, они отрясли прах от своих ног и сказали:
мы не ответственны в вашем беззаконии. Царь же изгнал из своих палат законную царицу в женский монастырь, насильно постриг ее там, а сам отпраздновал брак с наложницей своей Феодотии, которая была дальней родственницей ему по отцу. Этот беззаконный брак совершил без ведома патриарха эконом церковный, пресвитер Иосиф, который за свое дерзостное деяние впоследствии был отлучен от церкви. Святейший патриарх всячески старался расторгнуть этот прелюбодейный брак, но не мог, ибо царь похвалялся, что он снова воздвигнет ересь иконоборцев, если ему запретят этот брак. Поэтому святой Тарасий оставил царя пребывать в его беззаконии, чтобы церковь Христова не постигла еще большее зло. Ибо святой патриарх всегда помнил, что отец, дед и прадед сего царя были еретиками-иконоборцами, избившими многих христиан за почитание святых икон. Царь, гневаясь на патриарха, всячески притеснял его, но святитель все это терпеливо переносил, благодаря Богу и поступая согласно со своим высоким саном архипастыря. Но через некоторое время царя постигла Божья кара. Мать его, благочестивая царица Ирина, уже давно видела злое и беззаконное житие его. Она видела, как сын ее попирает закон Божий и готов воздвигнуть снова иконоборство. Более любя Бога и его правду, чем своего собственного сына, она, посоветовавшись с главнейшими сановниками, восстала на сына своего, взяла его под стражу и заключила в том дворце, где он родился и который был известен под именем Порфириева дворца. Потом она приказала ослепить его, подобно тому, как 5 лет тому назад он ослепил 3 братьев своего отца, Никиту, Анфима и Евдоксия. Так царь, получив наказание по своим делам, умер от болезни. А Ирина снова приняла царский скипетр и исправила все то, что пришло в расстройство в царствовании ее сына. С того времени святой угодник Божий Тарасий пребывал в мире и тишине, ревностно пася словесное свое стадо и управляя церковью, очищенной от еретиков. С самого дня своего посвящения он ежедневно сам совершал божественную литургию и никогда не оставлял этого обычая, разве только по болезни. Когда святой достиг преклонного возраста, он впал в недуг телесный. Даже чувствуя приближение своей кончины, святейший патриарх Тарасий не оставлял своего обыкновения, пока не сделался настолько слаб, что уже не мог подниматься с одра. Лишь тогда только он перестал сам совершать божественную литургию. При своей кончине святой Тарасий боролся с нечистыми духами и победоносно поражал их. Когда они, исследуя жизнь его с самой юности, старались ложно приписать ему много неправедных дел, он отвечал им: «Я не повинен в том, о чем вы говорите. Вы ложно клевещете на меня, нет у вас надо мной никакой власти». При этом был описатель жития его Игнатий, епископ Никейский, бывший тогда еще диаконом. Наклонившись к болящему, Игнатий слышал эти слова святого. Когда уже святой Тарасий не мог владеть языком, он рукой отгонял бесов и преодолевал их. При исходе дня, когда по обычаю воспевали псалмы Давидовы и начали петь этот псалом: «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня». Псалом 85, стих 1. Святой Тарасий мирно предал Господу святую свою душу, причем лицо его просветлело. Этот святитель пас Церковь Божию 22 года и скончался в царствовании императора Никифора, взошедшего на престол после Ирины. Царь, весь народ, вельможи, духовные и миряне, а особенно нищие, убогие, сироты и вдовицы, сильно скорбели о нем. Ибо ко всем он был милостив, ко всем относился как добрый пастырь, любвеобильный отец и опытный наставник, каждому помогал в бедах и несчастьях. Честное тело святого Тарасия погребли в устроенном им же самим монастыре на Босфоре, и многие получали исцеление от его гроба. Такова, например, одна женщина, страдавшая много лет кровотечением. Так как в тот монастырь был возбранен вход женщинам, то она вошла в монастырь, одевшись в мужские ризы. С верой она коснулась гробницы святейшего Тарасия, взяла елей из лампады, висевшей пред гробницей, и тотчас же получила исцеление от своего недуга. То же делали и другие женщины, и все исцелялись от своих недугов. Некий муж, видевший одним только глазом, получил исцеление у гроба святого, когда помазал свое невидевшее око елеем из лампады. Один сухорукий, придя с верой, помазал елеем свою руку и получил исцеление. Много и других недужных получали исцеление по молитвам святого Тарасия, исцелялись от своего недуга также и бесноватые. Этот великий ревнитель православия вооружался против еретиков и иконоборцев не только при жизни, но даже и после своей кончины. При Льве Армянине, царе греческом, иконоборческая ересь опять возымела силу,
вследствие того, что сам царь покровительствовал ей. Святой Тарасий явился в сонном видении льву и с великим гневом повелел некоему воину Михаилу ударить мечом этого зловерного царя. Тот ударил и пронзил царя. В страхе и трепете пробудился лев от такого сна и сильно недоумевал, думая, что в монастыре святого Тарасия находится какой-либо Михаил, который злоумышляет на его жизнь. Он послал туда узнать об этом Михаиле. Он не знал, что этот Михаил был при нем. Это был воевода по прозванию Валвос или Травлий, который потом поразил царя мечом в самый день Рождества Христова. Так погиб сей злочестивый царь, будучи побежден молитвами святого Тарасия, утверждающего веру в Пресвятую Троицу. Аминь.